Так, сегодня я расскажу заказку девушки и квесты. Вот такая. Так, тут написано плюс бонус, табличка на дверь детской комнаты. На каждом странице цветной фон 100 лет. Так, это журнал сделано в России. Написано какого года. Ну и ладно. На каждой странице написано, как даже. Первое это Aria Blaze. Потом AJ. Написано девушка шесть. Фластершей. Потом идет Соната Дас. Сай Симер. Помните обзорчик про куклу? Наверное, есть. Диджей Пони, Рейнбоу Джей, потом идет Твойлайт Спарк, Рарити, потом идет Пинки Пай, Радуга Дэнш, так дальше, Рарити, Эпплджей, Трикси, Соната Даск и последняя Анда Джей Даск. И сзади мы видим саму табличку, которую надо вырезать. Печатки уже есть готовые, продают, кстати. Там Дисней, какие-то, Ариэль, там всякие у них. Еще на зоне есть такие продаются штуки. Вот вход в квесту закрытый. Просто вот сердитая. А вот я веселая, это вход в квесту открыт. Такое можно и самому создать. Что-нибудь тут сделать. Вот линия сгиба. Вырежи сабни по линии и склей. Кому пофигу на вот такую вот жукавку, вы можете вырезать. Вот тут. Если я вам показал Винкс и Ниндзяго, там маска на выдать, тут еще был Скай. Тут Скай, там еще кто-то был из Винкс. Так. А вот тут вот. Тут вот вам не... Вот мне жалко вырезать. Это надо брать два таких, если вы хотите, чтобы... Если кому-то жалко так же, кто собирает тот кондиционер жукрашек таких, можете так не делать. Можете два таких. Или тупо сфоткать. Ну, то есть фоткать. С телефона, на камеру или на телефон, неважно. Потом подойти к принтеру. И распечатать на картон. Это бумаги, картон. Суньте. И вот вы распечатаете. И у вас будет уже на картоне. И вот такая вот табличка. Вот все. Сейчас там. Раду. Ран. Боу. Дэнзи. Раун. Болден. Да. Я вам уже покал такие какие-то там. Еще прайсы, еще какие-то там. Вот такие штуки. Куклу показывал. Что? Да много чего вам показывал. Вот такой вот. Вот. Все. Всем пока. Пока подписывайтесь, не забывайте подписываться и можете поделиться с этим видео с кем-то. Кто фанат девушек из квесты, да, можете оценить. Вот такие вот журналы. Вот такие, можете поискать. Вот такие вот. Это в самом-самом начале у меня канала, я там начал выпускать. Где-то вот так вот. Вот такие вот.
Закраски, журналы, там и Мила Пони, это, ну эти, пони. Про пони там, короче, это тоже выпускают, там дофига чего. Фигурки пони, и журналы, ой, уже крашку там показывал. Много чего показывал тоже про пони. Да, вот так вот я вам показывал. Там я вам показывал месте, где пони и... Это, не помню, сюрпризы. Пони и девушка и Кэсты. Это одно и то. С одной студии и одно и то. Просто они тут вот так вот сделаны в виде людей, а там люди лошадей. Вот, все. Все, всем пока.